www.neftekamsk.rf. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. www.neftekamsk.rf. Минздрав России разработал план по возобновлению системы всеобщей диспансеризации, начиная с 2013 года. В программе диспансеризации в Башкирии примут участие все жители республики старше 21 года. Диспансеризация будет представлять из себя медицинский осмотр с проведением лабораторно-инструментальных исследований для выявления заболеваний в ранних стадиях. В первую очередь будут выявляться бронхолегочные и сердечно-сосудистые заболевания, онкологические образования и сахарный диабет.